что, друзья, всем добрый день. Я нахожусь, всем было вчера интересно, где же я нахожусь, в каком городе. Так вот объясняю, это город Яремча, Ивано-Франковской области. Помните вчера такой красивый вид? Я специально не говорил, куда еду, потому что перво-наперво хотел немножечко отдохнуть, поспать, а второй момент, мне надо было прийти в себя. Значит, в городе Яремче до вчерашнего дня было официально 5 человек с заболеванием на ковид. 5. Но вчера, как оказалось, что скорее всего будет 6 или 7. Почему? Потому что только вчера по моему приезду главврач вот этой некоммунального предприемства также лег на карантин с официально подтвержденным ковид. Что это значит? Это значит, в принципе, то, что даже в такой маленьком городке, как Яремче, есть ковид, есть заболевания, есть свои бока. Но сейчас я хочу сказать о другом. Меня больше интересует вопрос, почему местная громада, почему местные волонтеры собирают все, что только можно, в эту больницу? Почему Ивано-Франковская область не выделяет деньги на оборудование в эту больницу? Это же город Яремче, это же туристический центр Ивано-Франковска. После Буковеля, либо до Буковеля, я не знаю, у них здесь соревнования между друг другом, кто лучше. Вот у меня вот вопрос, почему? Почему Ивано-Франковск смог сделать так, чтобы у них в городе было стопроцентное, вот реально стопроцентное обеспечение, и нельзя было даже придраться ни к чему? А почему в областях вот такой бред творится? Вот помните вчера про Черновцы? Они же, кстати, вот вернемся на Черновцы, они никак меня забыть не могут. Они запустили ботаферму, чтобы попытаться дискредитировать меня и местных активистов. И вот сейчас эта ботаферма работает на уничтожение любого момента с проявлением ковида и всего остального. Мне включились ботаферма уже во все мои стримы, подключились студенты, они уже, оказывается, не студенты, они врачи, медики. А что делают врачи-медики-индусы в Украине? Где они работают? Я ж понять не могу. Они либо учатся, либо уезжают себе в Индию работать. Но они у нас работают. Вы врачи Индии, вот которые вы мне пишете на идеально русском языке без одной ошибки. Вот так кричат, господи. Так вы получаете тоже 4800 гривен, и вас устраивает это? Ну, то, что в Украине, вы же врач, вы же работаете. Ну, то такое, ладно. Хочу поздравить медиков, наших любимых, с авансом в 1700 гривен. 1700 гривен аванс медикам. Сейчас я узнаю. Скажите, пожалуйста, вы тоже получили 1700 гривен аванса? Нет, меньше. Потому что, говорят, аванс кидают медикам. Вот 1700 гривен перед Пасхой. Говорят, что центральная власть кинула медикам 1700 гривен аванса перед Пасхой. Я не знаю, я не... Привык к этому, все зашуганы. Все боятся об этом говорить. Единственное, что вот, смотрите, коммунальное комплексное предприятие Яремчанская центральная мясская лекарня районной рады. Примальное отделение, блин, я так боюсь заходить сюда. Не, ну красиво, кстати. О! Смотрите, все дела, вся защита. Видите как, то есть девушка защита. Скажите, пожалуйста, а здесь все в защите вот так, как у вас, да? После того, как выявлен ковид, да, у главврача? А есть люди, которые работают на вахтовом методе? То есть не выходя с больницы врачи? Те, которые контактировали, возможно, с... Сами дед на примале, что отпитайтесь. Я же понять не могу. А в больнице был выявлен ковид. У главврача. А больница открыта. Что, серьезно, что ли? Скажите, пожалуйста, как мне выполнить обовязки главного лікаря? Главный лікар та захворів? Нема, нема. Нема у вас нема на кого? Нікого, я навіть не знаю. Нікого. Що происходит? Що происходит? Що происходит? Куди мені йти? Ти мені поговорити. Так, оптичний пункт. Добрий день. Добрий день.
Скажіть, будь ласка, мені потрібен виконуючий обов'язки замість головного лікаря. Я хочу запитати про медиків, які знаходяться в активі медики. Я представник медичного профсоюзу з міста Києва. Мене звуть Гуранто. Я хочу запитати про цих медиків, які працюють, які будуть в контакті з головним лікарем і провели ж тест системи на тих пацієнтів або на тих лікарів, які контактували з головним лікарем. Це було таке чи ні? Ну, всі, хто контактували, вони зараз госпіталізовані. Госпіталізовані? Так. А тест-система перевірена? Так. Є... Деякого виявлено, деякого не виявлено. А у кого виявлено, куди перевели? Всі разом лежать, репутаційно. Всі разом лежать? Це кого не треба? Це неправильно. На даний час вони поділені окремо лежать, яким виявлено, і окремо лежать, яким виявлено. А контактували пацієнти з ним? Я знаю, що контактували пацієнти, які ходять... У нас інформації нема, що пацієнти вони контактували. Ну як же нема? Головний лікар же ходив на обхід. Головний лікар не ходив у нас на той час на обхід. Коли він захворів? От яка інформація? Давайте, будь ласка, от... Давайте зараз на даний час без камери поговоримо. Я не можу без камери говорити, тому що потім... Я ще не перейду на русский язик, мені русскоязичні смотрять. Потім мене обвинять в тому, що я розповідаю фейк. Понимаете? От в чому нюанс. Хотят, чтобы я выключил камеру, и со мной поговорят без камеры, но... Я камеру не выключаю. В таком случае я камеру не выключаю. Итак, ситуация немножечко поменялась. У меня была утром информация одна, а сейчас я вечером, уже днем, вижу ситуацию немножко другую. И это неправильно. И это неправильно, так делать нельзя. По крайней мере, вот все, вот это то, что вы видите, во время того, как у главного врача было выявлено ковид, и у нескольких медицинских работников, это все должно закрыться на карантин. Просто на жесткий карантин, и там должна быть охрана. Согласитесь, Нацгвардия стоит, правильно? Которая не должна впускать никого, не выпускать никого. Но это стандартная процедура по протоколу. Почему в городе Яремче вот это все? Мне непонятно. Включи громче. Так я же даже ни до чего не дотрагивалась. Это же они, здесь все двери открыты. То есть ты заходишь себе с улицы, спокойно идешь. То есть без всяких проблем. И вот до сих пор люди приходят на обследование, либо куда-то еще. Бабушка идет увидеть. Ух ты же, ёптерьмо, вообще. У меня, знаете, каждый раз какой-то зашквар, когда я приезжаю куда-то. Вот недаром я сюда приехал, знаете, как вот я помню, вчера ехал. Тут, смотрю, Яремче направо. 60 километров. Думаю, чего для бешеной собаки 60 километров? Не проблема. Так, а головний лікар вже відповів тим, що він хворий. Він вам не відповідав. Він відповідав офіційно. Дивіться. Ну, він офіційно так. Відповідав? Офіційно, так, коли? Звичайно, офіційно. Вчора він дав згоду і опублікував, місцевий ваш мер опублікував цю інформацію. Наскільки я знаю, він згоди не давав, і це все справа його особиста, і він на даний час... А як я це узнав? Як я це узнав? От як? В мене... Дивіться, це все офіційно, і воно не буде нічого виноситися на загал. На даний час. До побачення. А медики, де ці медики? Я можу поговорити з медиками, які больні? Ні, не можу. Чому? Бо не можете. Ну, якщо вони не больні? Ви не можете на даний час зараз приймати участь, вони у ваших запитаннях. Все, до побачення. Значить, що ви говорите на всю Україну? Добре. А хто ви сказали? Скажіть, хто ви тоді, щоб я розумів? Подождіть, дівчинка, стоп. Хто ви, щоб я розумів? Скажите, пожалуйста, кто вы, чтобы люди знали, кто вы. Но люди спрашивают, кто эта девушка, почему она так отвечает и к чему у нее такая информация. Я вам все сказала. Ну, вы можете, вы сейчас сидите в коммунальном предприятии, вы обязаны сказать, кто вы. Я сказал, кто я. А кто вы? Как вас зовут? Я не зобов'язана вам. Подождите, вы врач? Я
Я не зобов'язана вам. Ну я же вам сказал, вы сидите сейчас в учреждении лечебном, вы сидите за компьютером. Вы отвечаете на те, вы ответили неправдивую информацию о том, что это неправда. Я вам не сказала, что вы не хворі. Я вам просто сказала, что это традиционно и на данный час... Так міський голова сказал об этом вчера вечером у себя на странице в Facebook. То есть вы не знаете, а міський голова знает или как? Не, ну объясните, что происходит я в этой стране? Я не знаю, я не зобов'язана вам выдавать... Вы понимаете, мне важны медики, которые работали здесь, которые контактировали с врачом. Почему они сейчас не защищены? Есть ли информация? Кто почему? Вам сказал, что они не защищены? Вы сказали, что их просто отправили на карантин, и они сидят на карантине. Я вам не сказала такого, что, вам, что их просто отправили на карантин. Они проходят лечение? Им дают лечение? Тема закрыта, до побачення. Дорогие друзья, значит, врач, который просто не ответил, кто он рассказал мне о том, что медики просто спрятали, лечение дают, не дают, неизвестно. Просто их вот так, до свидания. Вот, идите нахрен отсюда, да и все. У нас здесь все закрыто, шито, скрыто, и никто отвечать ничего не будет. Хотя напоминаю, у меня была информация совсем другая, о том, что больница полностью на карантине. На карантине, я хожу по больнице. На карантине, да? Слушайте, давайте сделаем тогда таким образом. Если у нас такой подход идет, мы просто выходим на улицы, идем работать, зарабатываем деньги, и карантин закончен. Кто заболеет, тот заболеет. Кто не заболеет, тот не заболеет. Зачем этот цирк с карантином тогда? Для чего это делается? Для того, чтобы нас держать дома? Нас, украинцев, держать дома, а чтобы такое происходило в больницах, я не хочу сегодня ругаться, сегодня чистый четверг. Карантин. Карантин. Напоминаю, в этой больнице главврач со вчерашнего дня официально уже болен, что міський мэр подтвердил. Карантин. Я в диком шоке. Ну, понимаете, да? Мы уходить, короче, по отделению. Мне смысла нет уже ходить. Все. Вот я вышел, видите, да? У них тупо везде двери открыты. В поликлинике дверь тоже открыта. Автомат. Приватовский автомат, куда они все приходят. Люди приходят, вот, без перчаток, но я не буду щелкать. Вот, пожалуйста, кофе, оно сгорело. Вот автомат. Кнопочки вроде как чем-то уже давно уже делали. Вот, пожалуйста, он работает. Блять, это цирк какой-то. Цирк никогда не закончится. Как может быть на карантине открыта дверь? Объясните мне, товарищи. Ну хотя бы центрально, почему не сидит бабушка, божий дуванчик, который всех нахер посылает? Город Яремч, туристичный центр города. Поликлиник. Все телеки в масках. Девчат, скажите, чему у вас на закрытое? Не закрита дверь. А ми промили хлорку і трошки спрутували, зараз закривай. А зараз закрийте, да? Так. А, ну, закрийте, будь ласка. Добре. Закрийте, будь ласка. Щоб ніхто не вешкався. Зараз закрою. Я приїхав і все ще. Знаете, вот это мне напоминает вот такие вот больницы и такие управленцы, как вот маленькие мальчики и девочки такие, знаете, в детском садике. Вот ткнул, ой, сейчас сделаю, вот, ой, сейчас тоже сделаю, ой, ну за вот сейчас, вот сейчас я 100% сделаю. А по факту, как выходит, город Гайсен, помните, да? Город Немиров тоже помните, да, в моих вот этих стримах. Ух, ветер дует здесь. Горы все-таки дают о себе знать. Сейчас остану так. Вы думали, там что-то поменялось? Не, на 2 дня. Люди пишут, снова все открыло. Все, ура, уехал. Все нормально. Все хорошо.
Так вот, я очень прошу, Владимир Александрович, вы сейчас где-то здесь, недалеко от меня, знаете, мы с вами плюс-минус где-то пересекаемся, либо с вашими прохвостами, либо с вашими дятлами, либо с вашими шестерками, либо с вашим первым, вами. Вы сейчас едете на Закарпатье, губернатора Закарпатской области представляет. Ну, вот это очередная вот эта хрень, очередного пацана представите, который ни хрена делать не будет, и местные будут ненавидеть его, как во всех регионах, ненавидят ваших ставленников губернаторов. Зачем вы это делаете, я понять не могу. Ну, вот видите, что здесь творится. А вы ездите там куда-то самолетиком летаете, машинкой проедьтесь, пожалуйста. Вот как раз дорогой со Львова в Яремче. Вот такая дорога, в ямах вот таких. Деньги ж выкидываются куда-то. Я думал, честно говоря, поехать к вам туда в Ужгород, где вы будете представлять губернатора. Но я знаю, что вы трус, и вы убежите от меня. Это 100% будет. У меня сегодня видение было в Карпатах. Это реально было, я видел, как это будет. Да? Когда ваши охранники мне просто перекроют дорогу, меня там еще и упакуют за то, что, возможно, я могу нанести вред первому. Вы понимаете, что, блин, сам Господь Бог мне говорит, не трогай. А дальше сами доведить, что не трогать, кого не трогать. А мне, знаете, больше интересно вот такие вот мелочи, да, на первый взгляд. Но благодаря таким мелочам мы показываем всю ситуацию, которая творится в стране. Вот смотрите, я уже здесь брожу 15 минут, да, 20, пытаюсь выяснить. Двери закрыли? Нет. Они же знают, сейчас Гура уедет, и все. О, смотрите, поликлинику закрыли. Прикиньте. То есть вот мне надо было зайти и сказать, девчат, закрой ты бутлатки двери, чтобы никто не шел. А здесь нет. Здесь скоро открыли. То есть на самом деле пофиг, да? Так вот, я очень прошу, давайте снимем карантин. Фил Радуцкий, вы меня смотрите. В конце концов, давайте это постановление снятие карантина. Да хрен с ним. Пускай уже люди болеют. Какая разница? Такой карантин, когда деньги воруют. Вы сейчас выделяете бабки на борьбу с коронавирусом. А где главврач? Да, и у главврача тоже, скорее всего, на карантине. Они же все между собой контактировали. А теперь у меня вопрос к господину мэру города Яремче. Он поехал за лекарствами Ивана Франкос. А вы контактировали с главврачом? Расскажите, пожалуйста. Я хотел с вами пообщаться, но вы уехали за лекарствами. Все в окнах стоят, смотрят, но никто дверь не открывает. Ой, перевернул. Короче, те, кто присоединился сейчас и видит меня, значит, город Яремче, который сейчас под ковидом, реально под ковидом. И это правда на самом деле, то есть сейчас здесь есть ковид. Выявлен был вчера у главврача, точнее вчера официально господин мэр объявил о том, что главврач города Яремче, он болен на ковид. И мне теперь было важно узнать вообще всю информацию, которая здесь была. Кто контактировал, какие медики контактировали, что с медиками вообще происходит, куда их спрятали. Не, я никакой информации не дождался. Никакой. Вот реально. Что происходит? Что у меня есть? А я что-то не вижу ваших комментариев, ребят. Куда мне комментарии пропали? Что происходит? Вы меня видите или нет? Потому что я не вижу ни комментариев, ничего. У меня что-то с телефоном случилось. Надеюсь, вы меня слышите и видите. В общем так. Город Яремче. Одна городская больница. Она полностью открыта. Вызывать полицию бесполезно. Полиции здесь нет, скорее всего. А может, она тоже на карантине. В общем, я машу рукой Яремче. Передаю привет. И, наверное, я сюда приеду через год. Потому что после такого я сюда ехать сейчас не буду.